аплодисментами. И это все наши большие журналисты, журналисты всей Республики Татарстан, все филиалы акционерного общества «Татмедиа». Люди, хар бергизне, узбезлен, гузель сабагузлар биз курубизге, шиксиз шадбыз. Мен кулча бастай да, өзүбүзгө да кадамды алмасаңыз. Урматтуу достор, байрам менен сизди. Бундай чаралар тарыхында жок өтөт деген мурашлык бик матур мына шатлыклы сизди барыңызды мында көрүүгө молодцы чыгып жыйылышкан үчүн биринчиден энди Раис Нургалишке рахмат айтасыз келе, шуңар матур түрүп уюштурган. Даже погода мына азыраак жаңгыр жауса да, мына тиги кызуу да түгүл, салкын да түгүл, самый то. Рахаттанып жол этерге берсин. Мына биз берем сайын инде кишини карап берибиз, кишини нерсе жол эткен, ник жол эткенин кыл түшүрүп көрсөтүп берибиз, карына өзүбүздү өзүбүз көрсөтүп, өзүбүз жол эттик. Барыбызга да матур байрам болсун. Дорогие коллеги, рад вас всех видеть на этом празднике. Еще ни разу мы в таком формате не проводили, чтобы каждая редакция себя представляла, себя показывала. И очень приятно то, что мы здесь, сегодня здесь собрались и можем отдыхать уже на своем собственном празднике. И огромное спасибо всем тем, кто приложил к этому усилию, непосредственно и руководству, а вот от медиа и руководству района, которые так отзывчиво занялись этим мероприятием. Всем хорошего праздника, хорошего настроения, и чтобы оно было с нами рядом. И побольше знакомьтесь друг с другом, общайтесь в такой неформальной обстановке. Тут обещают очень интересные конкурсы. Я каждому из вас желаю уехать отсюда с подарком памятным, для того, чтобы еще долгое время нести себе это настроение и вспоминать этот праздник. Всех с праздником!